Дорогие друзья, а наша команда не теряет надежды выиграть этот финал. Да подожди, ну ты что, ты бесишь меня, что ты делаешь вообще? Что-то не понимаю. Я же все объяснял. Ребят, мне не верите, доверьтесь статистике. Москву не любят. Последний раз Москва была чемпионом в 2007 году. Так давай спросим у этой команды, как они стали чемпионами. Дорогие друзья, встречайте, обычные люди! Обычные люди. Добрый вечер, на сцене обычные люди. Москвичи-то, как вы в итоге стали чемпионами? Понятия не имеем. Мы в том сезоне ни одну игру не выиграли. Лишусь тебя, как в зеркало. Ты вообще видел, как я выглядел? Люди просто смеялись над толстым со смешной прической. Лишусь тебя, как в зеркало. Но мы просто рядом стояли сбоку, да, и иногда помогали ему в миниатюрах участвовать. Лишусь тебя, как в зеркало. Какие у нас два похожих финала. Ребята, я вообще вырос на ваших выступлениях. Помните, у вас в 2007 году в финале была вот такая шутка? Вы что, не понимаете, сегодня очень ответственная игра. Сегодня можно стать последним чемпионом при Путине. Дим, можно было не торопиться прям? А вы что в себя не верите, да? Надо в себя верить. Вот мы свой финал выиграли. Хотя у нас в финале были команды гораздо достойнее нас. У вас такие в финале есть? Да, они просто все за одну команду играют. Там, возможно, с вашего финала тоже кто-то есть. Ребят, ну тогда не знаем, чем помочь. Ну, тогда давайте мы сами попробуем. Спасибо вам спасибо. Большое. Спасибо, удачи вам. Ребята, спасибо. Получается, команда «Обычные люди» нам ничем не помогла? Как-то помогла. Она натолкнула нас на правильную мысль. Друзья, наше музыкальное домашнее задание мы посвятим вам, обычным людям. Добрый вечер! Здрасте! Друзья, начинаем рассказывать про обычных людей. Итак, представьте, канун Нового года – обычная российская семья. Папуль, слушай, мы с подружками лофт сняли. Можешь, пожалуйста, денежек дать? И я побегу. С наступающим, кстати. Дочь, слушай, а может быть, дома посидим, Новый год отметим? Будет весело. Мы в 90-е всегда в начале Нового года дома всем нравилось. Ты видела видео? Ну, скинь мне в WhatsApp, я потом посмотрю. А как я тебе кассету в WhatsApp скину? Пойдем, давай посмотрим. Только быстренько. Давай. Вот. Это мы всей семьей. Что всей семьей? Не поняли, как одеться? Я одного понять не могу. Это мужик в ковре сидит или свитер на стене висит? Да, конечно, бедно вы тогда жили. Мы бедно жили? Смотри. Что? Два ковра у нас, вот что. Двухкассетник у нас. Мы бедно жили? Слушай, ну если вы так встречали Новый год, то это очень стрёмно. Нормально вы встречали. Вот смотри, вот ты, а вот сидим отмечаем. Вы что, прям при детях синячите? Сколько себя помню. И все нормальными людьми выросли, все нормально. А, понятно. Ну ладно, пап, слушай, а вы что, в рестораны вообще не ходили? Ходили, просто не всегда могли себе позволить, но иногда ходили. А-а. Пап, вы вот это не могли себе позволить? Вы ж, по-моему, просто в соседнюю комнату перешли. А это, Леночка, это ты. А куда это ты идешь? Ну, судя по внешнему виду, я так понимаю, злая мачеха послала меня в лес за подснежниками. Лен, что ты это самое? Да, пап, да потому что какие-то бредовые видео ты показываешь. Очень скучно вы жили. Мы скучно жили? Да. У нас один раз президент пьяный с Женей Осиным в Ялте танцевал. Слушай, да мне плевать, что у вас тогда в стране происходило. Ему тоже было плевать, что у нас тогда в стране происходило. Он прям для себя жил в какой-то момент, понимаешь? Слушай, да, мы странно выглядели, странно одевались. Но как хорошо мы плохо жили. Ладно, пап, слушай, уважу я старого, давай вместе Новый год встречать. Давай, у меня 12 кассет. Тогда я пошла. Дамы и господа, в зале много обычных людей. И у одного из них захотел взять интервью самый известный Юра в интернете. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Привет. Я хотел взять интервью у Дмитрия Пескова, но он рассказывает обо всем только одному человеку. Я беру интервью у Татьяны Навки. Вперед! Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть
Мои кореша не идут ни в какое сравнение с вашими. У меня в гостях олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Пескова. Я прошу прощения, одну секундочку, я извиняюсь, я прошу прощения. Пожалуйста, извините, ради бога, извините, все, пожалуйста. Все, давайте, вот сейчас давайте. Вы кто? Я пресс-секретарь пресс-секретаря президента. Татьяна, я отвечу на все вопросы, просто расслабьтесь. Окей, мы на КВН. Топ-3 юмориста прямо сейчас. Я отвечу. Джейн Псаки, Джо Байден и Владимир Зеленский. Окей, Дмитрий Песков, привет. Да. Да? Да. Я тоже, но я привит американским Johnson & Johnson. Странно, да, Татьяна? Мы с вами этим голову моем, а они этим привились. Но дело их, правильно? Татьяна, 2 минуты я отвечаю за вас на вопросы. По сути, вы президент России. Пожелайте что-нибудь миллиону россиян. Ну, конечно, я желаю здоровья, любви, счастья, верить в чудеса, верить в сказки. Я всех приглашаю к нам на нашу сказку «Лебединое озеро» 25 декабря по 8 января. Это была Татьяна Навка. Спасибо. Гар, так и что, про медали ничего не будем говорить? Мы про медали нет. И про чемпионство ничего не скажем? И тоже нет. Но нужно сказать спасибо одному обычному человеку. Юра, спасибо тебе. Гар, ты это кому? Ну, Юра. Обычный российский зритель Юра, который весь год тебя поддерживал у телевизора и сегодня вот тоже болеет. Думает, выиграешь ты, не выиграешь, понимаешь? Не понимаю, нет. Какой Юра? Ну, Юра, обычный русский мужик, который смотрит КВН, потом приходит на работу, рассказывает любимые шутки и в концовку 2 раза повторяет. Ну, Юра, у которого в машине навигатор голосом Жириновского разговаривает. Вот. Юра нас поддерживает. Главное, чтобы Юра нас оценил. Так нас же сегодня оценивают жюри. Ну, каждый из жюри тоже немного Юра. Ну, вот Хабенский стоит между этажами с жильцами и решает, куда шлагбаум ставить. Ну, он же чуть-чуть Юра в этот момент, правильно? Вот, например, Константин Эрс, мощный продюсер. Сколько проектов сделал? 15 лет у одного и того же парикмахера. Юра же, по сути. Юра был всегда с нами. И сегодня он с нами здесь, в Крокусе. Спасибо, Юра! Надо как-то классно закончить. Гар, ну и как Юра закончит? Слушай, Юра мужик простой. Юра ничего просить не будет. Юра споет песню. Какую? А давай какую-нибудь хорошую, которую Юра написал. Вот зажгутся здесь звезды, поглотившие небо. Хоть горила планета этих звезд миллион. Каждый место найдет, кем бы в жизни он не был. В каждом имя одно среди тысяч имен. Дорогу вставайте сами! Этот вечер стал для нас бесконечен. Детям воспоминаний невозможно уйти. Не сбился с пути. Дорогие друзья, мы желаем, чтобы у каждого из вас был свой Юра. Спасибо. Спасибо. Да, на это вам спасибо.